В Чувашии вынесен приговор по резонансному уголовному делу об убийстве 39-летней жительницы столицы республики. Убийцы чебоксарки получили 42 года на двоих. 32-летний Дилшот Юлдошев и 27-летний Давлат Муминов признаны присяжными и Верховным судом Чувашии виновными в убийстве, разбое и мошенничестве в особо крупном размере. Оба отправятся в колонию строгого режима. Первый на 23 года, второй на 19 лет. 22 июля прошлого года в правоохранительные органы поступило сообщение об известном исчезновении 39-летней жительницы города Чебоксары. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике было незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство». В ходе первоначальных следственных действий было установлено, что 19 июля она приезжала в детский оздоровительный лагерь к сыну на своем автомобиле с мужчиной, с которым познакомилась через интернет. После этого приезда она перестала выходить на связь по телефону. В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками МВД по Чувашской Республике на территории нескольких субъектов Приволжского федерального округа, были установлены лица, причастные к безвестному исчезновению женщины. При этом трое из них были задержаны на территории Пермского края. Пособники Юлдошева и Муминова, одна из которых из Чебоксар, не принимавшая участие в убийстве, признаны виновными в сбытии имущества, добытого преступным путем и мошенничестве. Женщину лишили свободы на 5 лет условно, а мужчину на 2 года, которые он проведет в колонии поселения. Четверка злоумышленников также причастна к махинациям с квартирами. В частности, трое родственников преступницы из Чебоксар, а также знакомые Юлдошева, лишились права собственности на свои квартиры.